Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Коты склонны к доминированию и меньше привязываются к дому, чем кошки. Кошки же, в свою очередь, способны принести потомство хозяину и считаются более ласковыми. В этом выпуске мы рассмотрим основные отличия между полами мяукающих и разберемся, кому же больше подходит кот, а кому кошка. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Кот или кошка? Вопрос, которым задается каждый желающий завести себе мяукающего друга. И коты, и кошки могут стать хорошими домашними питомцами. Но чтобы это произошло, хозяин должен быть готов к особенностям поведения и содержания домашнего животного. В этом плане у котов и кошек есть свои отличия друг от друга. Давайте рассмотрим подробнее основные правила выбора пола мяукающего питомца. Первое правило выбора – решите для себя, готовы ли вы к потомству вашего питомца. Если, к примеру, вы с самого детства мечтали о разведении породистых котят, ваш выбор очевиден – вам нужна кошка. Если же продолжение рода будущего питомца никак не входит в ваши жизненные планы, обратите внимание на котов. При этом важно отметить, что если вам сильно захочется котенка от вашего кота, вы сможете устроить ему случку с подходящей кошкой по договоренности с ее владельцем. Второе правило выбора. Учитывайте разницу в анатомических особенностях полов. Коты, как правило, крупнее кошек, в них ярче проявляются породные черты. По статистике, кошачьи мужского пола выигрывают выставки чаще, чем кошки. Если для вас важны размеры и яркие породные особенности, выбирайте себе кота. Третье правило выбора. Помните о разнице в характере между полами. Считается, что кошки более ласковые и спокойные, а коты более игривые и любопытные. Кошачьи женского пола редко вступают в конфликты, они тактичны. А вот кошачьи мужского пола любят доминировать, они стараются занять в семейной иерархии место повыше. Имейте это в виду, выбирая пол будущего мяукающего питомца. Четвертое правило выбора. Решите для себя, насколько опрятным должен быть ваш любимец. И кошки, и коты чистоплотные животные. Однако все же кошачьи женского пола считаются более опрятными, чем кошачьи мужского пола. В большей степени это связано с запахом питомца. У котов он сильнее, чем у кошек. В отличие от мальчиков, девочки уделяют больше времени чистке себя. Выбрать кота или кошку каждый хозяин для себя решает сам. Но в любом случае, независимо от пола, и коты, и кошки могут стать идеальными домашними питомцами. Главное, чтобы была любовь и внимание со стороны хозяина. О других полезных правилах выбора домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!